Друзья, спасибо всем тем, кто ставит лайк, пишет комментарий. К примеру, напишите, за кого вы болеете в этом бою или, например, кто победит в этом поединке. Ну а я вас приветствую, с вами, как всегда, Антон. И сейчас мы посмотрим поединок Макса Холлоуэя против Яира Родригеса. Как мы видим, Макс Холлоуэй имеет 5 звезд, Яир 4. И это колоссальная, друзья, разница. Давайте вкратце покажу Макса. Это его перки, стойка, грэплинг. Здоровье. Ну, здоровье, колонка с кардио, это просто феномен. В этой части это самый выносливый и самый лучший боец по здоровью. Это просто шок. Лучшие приемы и общая информация. Яир, имея 4 звезды, перки перед вами, стойка. Она получше, чем у Макса, потому что у Макса очень слабые удары руками и ногами. У воспроизводить его имя. Короче, у Родригеса эти дела обстоят получше. Грэплинг. Здесь вообще хреново 3 звезды. Здоровье и кардио. Кстати, тоже неплохо. Офигеть, я думал, что Родригес намного слабже. Кардио 93, челюга 94. Вообще классно. Лучшие приемы и общая информация. Ну что, выбираем. Друзья, если вы попали на такой контент впервые, давайте вкратце объясню, что же здесь происходит. Здесь дерутся легендарные боты, которые пытаются предсказать исход реального поединка. В этой части очень много предсказаний наоборот. То есть выигрывает один, в реальной жизни он проигрывает. Не знаю, почему так, потому что часть может быть кривоватая. В третьей части, наоборот, боты всегда практически предсказывали исход реального боя. И даже иногда предсказывали, в каком раунде и как закончится поединок. You talk about a guy ably taking the torch from the Hall of Famer BJ Penn. Max blessed Holloway. Few guys are going to be able to match the cardio. You mentioned the pace and the pressure. All eyes on Max Holloway yet again here tonight. Our tale of the tape for this, our main event of the evening. Rodriguez is 27. Holloway is 28. Rodriguez will have a 2-inch reach advantage. Now for the official introductions, the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen. You ready? Ну что же, первый раунд. Макс, кстати, сразу меняет стойку на левшу. Пока что показывает какие-то феноменальные увороты от ударов своего соперника. Бэкфист мимо. И Родригес наносит прекраснейшую комбинацию, которая заканчивается мидл-киком. Максу можно не бояться устать, потому что у Макса бешеное восстановление. Но и Родригес, как мы видели, тоже в этом плане не промах. Многие ребята постят по 2 ролика в момент поединков, то есть предсказания ботов. Но, друзья, очень плохо продвигаются ролики, когда ты их выпускаешь 2-3 штуки в день. То есть YouTube просто их не пропускает, грубо говоря, в рекомендации. А вот когда ты выпускаешь один какой-то классный. Ой-ой-ой, оглушение у Родригеса, и Макс Холлоуэй пытается его дожать. Родригес быстренько восстанавливается и... Макс вроде бы максимум выжил, так скажем, с этого момента, что мог. Поэтому давайте, знаете, как сделаем? Как только будет приближаться какой-то классный карт, я буду у вас спрашивать, типа, кого выпускаем? И будем какой-то один бой делать. Если реально там будет 2, например, крутейших боя, ну... Ой-ой-ой-ой-ой, хайкик, какой заходит Макс в голову! Падает на свою 5-ю точку. Родригес пытается разбить блок боковыми, но в этой части игры это сделать невозможно. Нужно было бы пробить ему хотя бы парочку прямых для того, чтобы блок поменял анимацию. И только потом уже заряжаться на... Вау, я, кстати, первый раз в жизни вижу такой выход. Заряжаться на, сука, тебе за это пощечину, говорит Максимка. И попытался он сразу же сделать тейкдаун, потому что у Родригеса слабый партер. Еще одна пощечина. И, кстати, у Макса проблемы, друзья. Я не знаю, почему он пропустил такой хайкик, который он, по сути, должен...
У Родригеса есть такой удар? Раскат грома, я знаю точно, что он есть у Гейджа, есть у Конора Макгрегора, и он есть у Родригеса? Вау. Что-то Макс заигрывается, пацаны, вы не видите этого? Как будто Макс, знаете, вот как Люк Рокколь, помните, против Бисминга вышел на вальяжной ноте? Как будто он вышел не драться, блять, а костюмы рекламировать на своем теле. На, ебать, вертушку. Братуха. Поэтому я буду перед картом всегда вас спрашивать, ну если два боя каких-то будут классных, ну представим, Конор Макгрегор и, например, там Петр Ян дерется. Тогда да, хорошо, два поединка вот этих вот выпущу. Ну а когда дерутся хороший поединок и есть среднячки, по популярности я имею в виду, то я буду делать один. Остается 20 секунд до окончания первого раунда, и Макс, я думаю, получит небольших пиздюлей от своих угловых, потому что это несерьезная битва в его исполнении. Очень много пропущенных ударов. Вначале он показал хорошие уклоны, но в конце концов этот парень начал просаживать свое здоровье практически до минимума. That really did damage his opponent. Man, that was beautiful, man. Yeah, hurt. Should have put him away. He was hurt. He was ready for that final blow. All right, he's probably still hurt. All right, here we go with our second round. It is okay, Max ready, Holloway. And Yair Rodriguez. Начинается у нас второй раунд, Макс. Уже не меняет стойку на левшу. Хорошо только что защищался от хайкика. Родригес не следит за своей стаминой, и это очень плохо. Макс хоть и имеет удар массажиста, но я думаю, без стамины сможет забить гол в голову Родригеса, и тот может больше и не встать. Так, теперь уже Родригес поменял стоечку. Очень хорошо, кстати, ребята меняют стойки. Вот так вот, понимаешь? И потом вот так яички проветрил. И бой продолжился. Кстати, я не знаю, как вот этот удар называется. Хук ногой вроде бы он называется. А как он, интересно, на английском языке звучит? Как вот сейчас Родригес ударил. Если знаете, напишите в комментариях. Хороший бэкфист. Почесал за ухом своему сопернику Родригес. Много очень разменов. Размены быстрые. Родригес пытается работать красиво, вставляет колеса, раскат грома. У Макса тоже есть много ударов, у него есть локти и те же самые колеса и вертушки, но Макс как-то сегодня как будто не ту кашу поел. Полраунда прошло. Ребята небольшую паузу взяли. Опаснейший промах. Хорошо вставляет прямой Родригес. Вообще, я когда играл за Родригеса, он очень быстрый, пацаны. У него очень быстрые руки. Классный боец. Но я, наверное, все-таки сделал обзор за Холлоуэя. Я еще просто не знаю, за кого я буду делать обзор. Наверное, за Холлоуэя, потому что он популярный. Очень опасная ситуация была. Макс вставлял оверхенд. Родригес запускал свою ногу в голову соперника. Ну классно, очень много уворотов, ребята много двигаются, очень много ударов ногой. Дожмет, мне кажется, дожмет позиция вокзального бомжа, но Родригес с нее выбирается, потому что Макс не пошел его добивать. Чувствует то, что у соперника разбит блок и пытается его прессовать. Делает он тейкдауны, я не знаю для чего, у Холловой нету тейкдаунов со сменой направления. Поэтому делать тейкдаун легендарному боту просто бесполезно. Скрипты не позволят это сделать. Как ни странно, но у нас заканчивается второй раунд. Я думал, что этот поединок не перейдет в третий раунд. Но, ой, ну еще не время об этом говорить. 27 секунд есть для того, чтобы Родригес ушел победителем с этого поля. Локоть, еще два локтя. Вселился спамер в Макса. Ну или я просто отобрал джойстик у легендарного бота и начал играть по-своему. Вот таким вот образом заканчивается второй раунд. Родригес оказывается за спиной у Макса, но продолжение не последует, потому что это не порнохаб.
and tried to get right back to work, but he cannot take many more of these. You don't want to be the guy that's testing how tough that your chin is. Beautiful. This one's all you, man. Knock him down, you're going to knock him down again. I want you to finish him this time. Okay, go out there and sit. You ready? Третий раунд, друзья, шансы равны. О, пощечина, он сразу хайкик вставляет. Я вообще не знаю, для чего эти пощечины. Вот что легендарный бот, зная то, что эти пощечины не наносят никакого урона, для чего он их делает? Хотелось бы у разработчиков спросить, зачем они вшили это ботом? Ладно, когда человек бьет пощечину, ну то есть ты пытаешься или как-то показать свое превосходство, или унизить сопа. Так, делает очень много лишних фейков Родригес, пытается размениваться с разбитой головой, этого делать не нужно. Хайкик по защите, у Родригеса мигает его лампочка, надеюсь, он это видит и... Ой-ой-ой, как было классно-то вставлено колесико-то вот это вот. Но Макс не почувствовал Супермен Панч. Родригес находится в опасности возле сетки, но его феноменальное умение видеть удар просто вывезло эту ситуацию. Начинает он дежурить своей сракой по октагону, протирает пол. Наверное, ой-ой-ой-ой. Этот апперкот зарешал бы все сейчас, я вам честно говорю. Опа! Ой, блин, Родригес не хамелеон, но, к сожалению, синим цветом он только что стал, потому что остыл. Макс идет праздновать победу. Смачный очень бэкфис залетел. Прекрасное, так скажем. Прекрасное окончание этого поединка. Бам! Добился ногами Яир. Опасные удары. Макс, мне кажется, знаете, он сделал зрелище. Он дал вначале немножко пищу для размышления и в конце концов сделал то, что должен был сделать. Но мне, я хер его знаю. Макса, мне кажется, в этой части очень тяжело победить. 5 звезд, прикиньте. Феномен. Ну что же, как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч.